А, давайте мида сейчас засуманим. Тыкайте на сум. Волик, тыкни на сум. Ты будешь афкашить здесь на трэше. Могу зайти похилить вместо тебя. Спасите, я под этим деревом. Мне нужна помощь. Твоя сила на исходе, древнейшая. Скоро ты присоединишься к своим друзьям. Использовать эту способность. Надо подождать. Нужно подойти поближе. Давай отъебем командира. Танков хильди. Я пока не могу использовать эту способность. Я пока не могу использовать эту способность. Все, сводите трэш в одну кучу, будем заливать. Ждать Геру. Я просто не понимаю, вот зачем ты так начинаешь переживать из-за... Которые тебе чушку какую-то пишут. Да дурочки. Я просто закидываю всех ЧС и все. Очень забавно. Я могу и без ЧС игнорировать. Наблюдать их потуги, как он что-то пишет. Год прошел, два года прошло, пишут до сих пор. А где ты читаешь? Чат, что ли, или что? Да, и бывает, ну, потом ЧС кидаю. И все. Сейчас я имею в виду, ты где-то читаешь в чат или где? Ну, я зашел в чат, прочитал, кинул ЧС, да, вот этот камикадзе. А, да я закрыл. Отец Хардес пишет, что просит у тебя прощения. Макгрегор пишет, Марат и Мутант просят передать, что просят прощения, блядь. Еба. На колени, блядь. Перед великим братоваром, сука. Все, кажется, чистили. Идем бить Тусавиан. Вон пачка. Пошли. Ща вырвусь. Стою. Ну с хули ты, блядь, фурик станешь его, блядь. Зачем? Ага. Мне рейд уже нравится. А ты кто? Маг. Маг? С ником Муми? Маг. Не. А, ты Кукувась. Не. Бля, кто ты тогда? Но у меня тоже креативный ник. Да, а тебя нет в рейде. Так тебя нету в рейде. Есть. Подожди. У тебя маг и друид. Кем я тебя взял в рейд? Я есть в рейде, но надо уточнить в каком. А, в каком ты рейде?
В другом я рейде. Сука, заебал. Их какой смекальщик. В каком ты, блять, рейде? В другом, блять. Я тоже сижу в World of Warcraft играю. Уху-ху. Смешно. Смешно было, когда я попытался пойти в рейд с людьми, которые вообще на X5 играют. Мы только пытались написать фэн друг другу. А в какой ты рейд пошел? Да. Ты случайно не исход доступа? Прости, знакомый. Случайно не исход? Вообще не знаю, с кем я иду, откровенно говоря. Ливай, Северная, да. Сияние. Тут, короче, сборная солянка, кого только тут нет. Ты Ливай, ты молодая орда какая-то села в Бразерс. Нам надо Худи заменить отца холодца, он уходит. Или Лолика. Отца холодца заменить невозможно. Возможно. Макгрегор, ты тут? Да, да. Погнали. Дайте бафы по ханту, пожалуйста. Отец холодец, ты не дал крест по ШП. Ну выйдите с этими меточками, пожалуйста. Опять кто-то троллит в чате. Можете написать, что Камикадзе дурачок. Через О. Отец холодец, а кто ретриком будет? Не подумал. Ой, служи, выйдите, а черепа отошли, кукуваси, господи, боже мой, ты можешь сразу, блин, прожать, а не стоять в центре? Молодец, теперь ты умер. Еще твое тело. Светлак на слаке просто у тебя. Реально. Какие нахуй слаки? Ну, это сейчас было, блядь. Ты стоял в центре с меткой, блядь, блинканулся за одну секунду до взрыва, блядь, задел двух человек, они умерли из-за тебя. Это запись, не слаг? Это запись была, какие нахуй слаки, да? Нет. Вот я все же тренировался нервы копировать. Вот лол. Все вспомнили, да? Какие нахуй слаки. Блин, я подумал, это кукуваси говорит. Так, отец ходи, спекайся в хила. Поставь, ой, дайте кулак коту. Раздай кресты, кулаки миликам, господи. Кушайте рыбу. Давайте, поклонский первого босса танчит. Макгрегор первую копию, Войд вторую. Поклонский на боссе, он точно? А, блин, поклонский, я думал, он БДК. Ну давай, Макгрегор на боссе, поклонский первую копию, Войд вторую. Чек. Да давай я на боссе, стойте, пацаны, внизу. Ладно, давай ты на боссе. Инер залили холодцу. Инер звезды. Ну чё там, ну начинай. Блин, забыл рассказать тактику Гульвара. Теперь ты знаешь, что под мордой нельзя стоять.
сильнее страдания. Слишком много. Надо было ждать. Но сейчас я пока не могу использовать эту способность. Надо было ждать. Но сейчас я пока не могу использовать эту способность. Надо было ждать. Но сейчас а меня не застанет. Потому что ты держишь босса. Поднимайте аркеца. Пошли дальше. Рука в трусах, ты еще тут? Святилище считалось неприступным. Трамбон. Оно не подвергалось такому штурму. Черные драконы явились из ниоткуда. Мы даже не успели понять, что происходит. Силы были неравные. Мои братья гибли один за другим. Я ничего не понимаю, Лоли. Пуляйте. Нас убивали с расчетной жестокостью. Но основной целью врага была кладка яиц в святилище. Атакой руководил кровожадный заряд. Но, боюсь, тут заслуги. Обратите их в пепел! В самом начале я ощутила присутствие их настоящего лидера. Огромного сумеречного дракона. Герой. Мне неведомо, чего... Три друида в омане. Но одно я знаю точно. Их нужно остановить. Теперь два. Первая, вторая патия. Тьма, третья, четвертая, свет. Назойливая мошкара. Вы опоздали. Рубиновое святилище пало. Дайте столик магии. Тьму хилит антисептик, Серж, Рудеус. Свет Лёлик. Оставайся, Свету. Серж, ты во тьме хилишь. Да, не заходи, оставайся. Чё, я тьму потанчу, короче, меликом бамбу. Там Макгрегор потанчит. Тьму ты подамажь. Кого? Поклонский свет потанчит. Кота мне? Ну да, кота. Поставь шкаф. Не надо Геру с пула по команде. Даже Геру с пула я тебя кикну. Буду сам кинуть.
Да не надо, уже поздно все. Протопал святого важнее. Дай каску на лок, и можно начинать. Макгрегор, иди начинай. Кристобаф есть, инта есть. А, нет, нет, инту еще дай. Где-то по-клонский, выходи. Бежали, метеор. Заходи сразу. Проект заходил. Заходите сразу. Поставь тотем на силу огня. Дали, выноси метку. Лапу давай. Остерегайтесь теней. Аркец, выноси метку к стене. Давайте все в трусы. Джесс, подними мумию. Давай рост теперь. Иди для метка. Еще больше метка. Ебать, вы чё, гоните? Так, отбежали от лужи. А что это за дерьмо было? У вас свет живой? Да. Ладно, бейте. О, всё, сейчас я упал. Всё. Да, блядь, ладно, всё это зовут. Аркец? Аркец кикать просто и всё-таки дураков, блядь. Пускай тактики смотрят. Аркец, ты ворка? Я рассказал вынести метку. Да, блять. Просто кикни его и все убить можно. А че никто не сказал, чтобы вынес метку? Микрофон. Так ему сказали нести метку. Просто кикни его и все. Зачем? Это точно аркец был? Не дигли? Ну, она так не могла быстро вырасти, прям большая там была. Ладно, давай без него. Ну, не знаю, он 25 гири вчера не тупил так. Там на него ничего не кидалось. Может, сейчас там мутант играем, блядь? Не, мутанты тут. Давайте, ресайтесь.
то и он еще не в РК. Ну, значит, мой рейд. Неудивительно, да. Кто это, новенький какой-то? Хватит фулбов. Шкаф давайте. Кулаки, кресты, бафы. Мистерка. Скажите ему, что кулаки, кресты, бафы. Ой, забейте на МП5. Шаман, тотем на МП5 просто поставь. У нас два паладина. Коту нужен кулак. Кулак по ханту еще. Туда ли кулак? Начинаем, эгрегор. Начинай? Да, начинай. Забавно. Крест по ошибке, да. Сразу заходим. Тумаркес теперь будет выносить метки. Гильдаль. Не. Фу, Джерион, блядь, я первый в рекаунте. Блин, конечно, мы потом. Паза пошла. Джерем что-то постарел. Мумия, выходи. Давай, рост. Сейчас диспелите. Походу Джерион хочет отомстить. Побежали, метеор, прожми сакру. Тебе сейчас будет очень много урона. Лолик, на тебе метка. Ты быстро выносишь. Во тьме рост. Каба, метка. Сейчас смещайте звездочку. Хаба, я сейчас подиспелю тебя. Ты далеко отбежал.
Антисептик, метка, хильте танка во тьме. Да, Лоли, классно. Ты даже щиток на себя не юзнул с маной, молодец, Лолик. Нормально, так по мане садишься. Да, если бы не щитки, то это был бы вайп. Сука, по-стару. Войд, линкуй кольцо. Кидай на ролл, блин. Кольцо линкуй. Какое? У меня мутное. Ну, блядь, выпало кольцо. Ролльте кольцо на милика. Линкс. Сука, линка, ну, блядь. Давай, теперь тапки на милика. О, Джейлис, давай, верим, надеемся. Но вам она не надо, эти ботинки? Поклонский, Куэ. Больше фуловые уже. Плохо. Ладно, держи. Ботинки на танка теперь. На. Что там, на мейн кто-то ролит? На оффроте сразу. Ура. Будущий протовар топовый. Кидовой ЕП. Оповещение отключено, если что. Сейчас накину. Все, накинул.